Юль и Дмитрий Медведев выразили удовлетворение совместной работой в Черноморском регионе. Говорили они и об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Гюль дал высокую оценку вкладу России в международные усилия по достижению прогресса в этом вопросе. Сможет ли Европа диверсифицировать поставки газа? Об энергетической политике, о грузино-турецких отношениях и о роли в них России и США мы поговорим с председателем правления Центра общественных проектов, членом клуба независимых экспертов, политологом Гией Хухашвили. Добрый вечер, Батон Гием. Ситуация складывается по меньшей мере странная. Такое впечатление, что Европа не собирается диверсифицировать поставки. Более того, большая часть европейских государств уже выразили желание участвовать в российских энергопроектах, таких как Южный поток, Северный поток. С чем мы имеем дело и оказались ли под ударом грузинские проекты, в которых Грузия принимает участие? Ну, на самом деле все очень логично. Почему? Потому что события 2008 года, августовские события в Грузии, война, прямо скажем, значит, имела эффект землетрясения в системе безопасности, энергетической безопасности, которая складывалась на базе геополитического узла в составе Азербайджана, Грузии и Турции. В принципе, Европа думала, что этот узел может сыграть такую знаковую роль для формирования энергетической безопасности Европы. Ну, Европа давно уже думает о том, как вывести энергоносители из Центральной Азии, из других регионов в обход России. Почему? Потому что Россия очень искусно использует так называемое энергетическое оружие для давления, для политического давления на европейские страны. И, в принципе, об этом уже давно думают. Мы знаем, что те проекты, которые не так легко было, значит, реализовать, мы сейчас имеем уже готовые проекты в виде нефтепровода и газопровода, которые проходят через территорию Грузии, но на самом деле этот процесс шел очень сложно и драматично. Но тогда были лидеры и в Азербайджане, и в Грузии, и в Турции, которые очень осторожно за шагом продвигались к цели. И, в принципе, им удалось найти именно такой баланс сил, чтобы, не разбудив медведя, как-то обрести геополитическую функцию в глобальном масштабе. Ну, что касается сегодняшней ситуации, война 2008 года, конечно же, сыграла эффект землетрясения. И после этого землетрясения, геополитического землетрясения, и после этого, конечно же, все игроки, которые имеют интересы в регионе, в том числе и интересы транзита или, значит, экспорта энергоносителей, начали искать новую конфигурацию, то есть новую систему энергетической безопасности, обрести новую функцию уже, значит, в другой системе. То есть перекраивается карта безопасности. В регионе, к сожалению, этот процесс уже начат. Мы помним, что практически сразу же после войны августа 2008 года произошел такой, ну, скажем так, абсолютно непрогнозируемый факт, когда президент Турции приехал в Ереван, ну, как бы формально это называлось, что он присутствовал на футбольной игре. И с этого дня началась так называемая футбольная дипломатия. После этого еще было несколько игр, в том числе и в Турции, и в Армении. То есть, зная историю конфликта между этими странами, конечно же, очень сложно было представить, что такое так быстро может случиться. Но это случилось, и была мотивация и у Турции, которая, исходя из того, что в Грузии возникли очень высокие политические риски, и под вопросом стала функция, ну, обретенная функция Турции, которая заключается в том, что эта страна хочет стать определенным хабом
где будет собираться, значит, накапливаться весь газ из Центральной Азии, из других регионов. И после этого, значит, эта страна станет распределителем уже в сторону Европы. Ну, такая амбиция у этой страны была. Но после того, что случилось, как бы им пришлось искать альтернативные пути. И, в принципе, они начали вот эту игру с Арменией. У Армении, которая практически была отключена от системы безопасности, она вообще была вне игры, прямо скажем, из-за сложностей с Турцией, из-за более глубинных и более, значит, серьезных проблем с Азербайджаном. У Армении, в свою очередь, появляется шанс подключиться к этой большой игре. То есть она как бы в дальнейшем может, появился определенный потенциал для того, чтобы обрести функцию. И, в принципе, все это началось. Все это началось, пока что... Там есть еще один момент. В принципе, Турция стремится в Евросоюз, а вот проблема с Арменией – это одна из ключевых проблем. Да. Может, с этим тоже связано как-то потепление отношений? Кроме того, Барак Обама, президент США, тоже посоветовал Турции наладить отношения. Я с вами согласен, что эта мотивация тоже есть. Но понимаете, в чем дело? В политике всегда на весы ставятся адекватные, то есть за что-то надо заплатить. Да? Я думаю, что вступление в Евросоюз – это не та цена, из-за которой, значит, турецкая общественность пойдет, общественность и правящая элита пошла бы на такое сближение. Здесь, я думаю, более высокие ставки, в принципе, и потому я хронологию историческую почему выстраиваю таким образом, что это случилось сразу после августовской войны 2008 года. Эта мотивация есть, но более серьезная мотивация в обретении и, значит, в сохранении геополитической функции, которую страна обретает. Но это не значит, что здесь нет сложностей. Есть большие сложности. Мы знаем, что есть без решения карабахской проблемы, в принципе, новую систему безопасности выстроить невозможно. Так что и Турция, вы говорите о том, что у Турции есть мотивация вступления в Евросоюз. Но с другой стороны, мы сейчас видим, что Турция как бы заигрывает и с Россией. То есть Турция сейчас как бы дистанцировалась от западных евроатлантических структур. И в принципе она... ищет, то есть она затеяла свою собственную игру, как бы, независимо от Запада. Ну, это борьба за влияние, по всей видимости, да, в регионе. И, в принципе, это абсолютно логично, скажем так, потому что, я опять же повторяю, после землетрясения всем ясно, что восстановить в том виде систему уже невозможно. Надо строить что-то новое. И, в принципе, турки считают, что они хорошие строители. Ну, насколько это так, это покажет время, но в принципе дело в том, что они начали играть, и Армения, которая сидела себе там, как бы, являлась, то есть, его единственным партнером, единственным стратегическим партнером, и в долгосрочном плане мы видели только Россию, у них, у Армении появился шанс затеять свою игру, то есть она села за стол. Единственная страна, к сожалению, которая сегодня оказалась вне игры и которая только комментирует действия других, это наша родина. Это ваша студия находится на этой родине, к сожалению. К сожалению, есть зерно такое правдивое в этом, но еще создается такое впечатление, что в принципе Европа дружно испугалась Украины, а не России, из-за вот того самого известного газового кризиса. И поэтому все стали искать пути обхода Украины, а не России. Да, ну, понимаете, в чем дело. Как бы принято говорить о том, что Россия, ну, она скоро разрушится, что его дипломат... То есть они ведут какую-то такую дурацкую политику. На самом деле это далеко не так. Да? Россия играет довольно-таки искусно. И эти газовые войны, в которых Россия себя вела не очень цивилизованно, прямо скажем, да,
в итоге сыграли ему на руку. То есть проблемой для Европы оказалась не столько Россия, как...